анонс 13 и 14 серии второго сезона сериала «Дельфин». В 13 серии, вернувшись из командировки, Кораблев едва не становится жертвой покушения и только благодаря верной Ваське остается жив. Между тем, на одной из прибрежных строек в Южноморске обнаруживают труп девушки без документов, но в вечернем платье. Акимов находит в одном из ночных клубов видеозапись конфликта с участием покойной, из-за которой крупно поссорились два молодых человека. Одного из них сразу же опознает охрана клуба. 14 серия. Тем временем на телефон судьи Лейко приходит видеозапись, из-за которой она резко меняет свою позицию в деле о собственности Харунжева. Кораблев, старороссийский, опять сталкивается с неуловимым киллером на катере. Черневич обещает сделать все, чтобы найти его и задержать. Середа выясняет, что убитая Семенова была проституткой. Девушек набирала из Краснодара сутенер Матвей. Оперативники на встрече с Матвеем выбивают имена причастных к убийству и подпольной торговле наркотиками. Это Жужа, Артем и судейский сынок Эдик Лейко. Посмотреть очередные серии вы сможете 7 июня на телеканале НТВ.